Всем привет, дорогие друзья, и сегодня School Boy Runaway мод зомби. Сразу оставлю автора, это Dr. Hack Animation, ссылочка в описании, можете залетать к нему. Итак, у нас есть все уровни сложности и зомби режим, ребят. Это очень прикольно, очень интересно. Давайте попробуем сыграть, посмотреть на этих зомбаков, какие они, как изменено, что изменено, я не знаю, но походу все. Посмотрите на этого пацана. А ну давай посмотрим сейчас на маму. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты только посмотри на нее, просто зомбаки какие-то. Ладно, давайте начинать, ребят. Сейчас посмотрим, чисто обзорчик такой, пробежимся по этому всему. Вот, что у нас тут есть? Мне интересно, конечно, что у нас с отцом. Ой-ой-ой, тут все, посмотрите, тут все в зомби. Зомби-отец, вот это прикол, конечно. Прикол сильный и жесткий. Вот, что мы тут имеем, я не знаю даже что, будем ли мы вообще проходить, я бы хотел чисто обзорчик снять, посмотреть, побегать, чисто поприкалываться, посмотреть, как отец реагирует, как мы отжимаемся, как мы заметаем. А ну, здорово. Здорово. О-хо-хо. Попался. Так. Давай, ух ты, шо, ты только посмотри, ты только посмотри, что здесь, ребят, что здесь мы видим с вами, это зомби-батя, посмотрите, зомби-батя, как сейчас дела, смотришь. Вот это у него текстурки, беги! Не, ну красиво же, правда красиво сделано, вся площадь, весь асфальт, вся плитка, как бы, да, у нас как бы все в крови получается, или что это, ну красное такое, как будто ржавое все. Вот, ну мама, конечно, а мама нас не заметит, если мы вот так вот сейчас, мама закрыта, ну ладно. Вот, прикольно сделано, весь дом получается у нас изменённый. Кстати, щенок у нас нормальный или нет? Давай посмотрим. Обычный, ну давай, батя Серёга. Вот максимально, что мне нравится, это наш персонаж и батя. Ну мама такая себе, ну нужно еще вблизи, сейчас мы подойдем, посмотрим. Вот, как она вообще там у нас с текстурками. Но мне, конечно, интересно посмотреть вот эти все моменты. Все тоже, да, но чуть-чуть измененные текстурки. Это очень круто. Вот, так что, если что, мы можем, кстати, сыграть данную версию. Последний нормально побегать круг. Последний круг. Ну, он вообще какой-то зомбак серьезный. Вот это батяня серьезный у нас. Зомби-батя. Вот это нормально. Так, давай быстренько бежим. Сейчас к маме сразу зайдем. Посмотрим тоже на нее. Заставит нас что-то делать. Заметать, прижиматься, там отжиматься. Вот. А, кстати, этот не изменен, да? Тут тоже можно было изменить. Ну, ладно. Так. Там у нас тоже весь потолок, все стены, как бы, да? Мы с вами видим. Крыша вот только, да? Вот эта деревянная не изменена. Вот. Молодец. Теперь быстро. Давай сейчас пойдем учить уроки. Ну, батяня серьезный у нас, серьезный. Прикольно сделано, ребят. Вот, я не знаю, можно, конечно. Если хотите, напишите в комментарии, я оставлю вам ссылочку в описании на скачку этого мода, если вам интересно. Ой, мы были уже там. Давай к маме пойдем посмотрим. Короче, кухня вся тоже такая вот сделана. Пол тоже весь красный. Мама сидит там, что-то делает. А если мы подойдем вот так вот? О-хо-хо! Вот это жестко. Так, теперь мама, обзорчик мамы. Ну, мама тоже неплохо, конечно же. Но мне отец, вот именно текстурки головы, что-то такое, знаете. Маме тоже можно было, типа, такие маски сделать прикольные. Ну, прикольно, швабра у нас. А что заметать? Я не вижу тут ничего. Что заметать? Ну, листья есть, ну ладно. Машина, конечно, тоже. Посмотрите на машину, ребят. Машина тоже красивенько, да, так сделана, вообще классно. Такая именно жестко, вообще классно. Так, прикольно. Ну, щенок, жалко, что щенка не изменили, потому что щенком тоже можно было что-то придумать, зомби-пес, вот, чисто по приколу сделать. Так, мама, я не вижу, здесь плохо видно, конечно, вот это один минус, то, что не видно, где заметать. Ну, хотя, если присмотреться, то видно, но нужно быть внимательным, скажем так. Так, где еще тут листья? Оно еще плюс вот этот создает дым, порох вот это, что он метет, тоже не видно. Мама, можно я уже пойду домой? Так, давай. Смотрите на нее. Мама смешная, реально смешная. Но отец стрёмный. Вот отец, вот персонаж, наверное, знаете, я наверное, как скажу вам,
персонаж, отец, мама. Вот так вот мне больше нравится, скорее всего, по рейтингу, скажем так, да. Вот, ну, в принципе, достаточно нормально. Кстати, предметы изменялись ли, не знаю. Но здесь у нас тоже. Кстати, давай посмотрим в компьютере. Может, что-то в компьютере изменилось, какая-то менюшка там добавилась. Вот, давай быстренько сейчас тоже посмотрим. Потому что непонятно, да? Вот, в принципе, ребятки, давайте так. Напишите в комментарии, оставить ли вам ссылочку. Вот, если хотите, я залью себе в телегу. Так, Андреев 2002, вот так вот. Так, все, смотрите. Ну, тут все, скажем так, по-старому, да? Браузер, тут сайт, корзина. Ну, понятно, метель. Вот, это понятно. Давайте отправим смс-очку отцу. Пускай там пойдет к себе в комнату, а мы с вами пойдем посмотрим. Ну, чисто ресурсы глянем, такие же или тоже изменены. Кому я там нужен? Да, нужен. Ну, нормально изменено. Так, сколько там? 6 секунд, я говорил всегда. Где-то 5-6 секунд нужно подождать. Так. Ну, предметы вроде одни и те же, да? Не изменялись они никак. Ну ладно, если что, будем как бы пробовать играть. Если вы, конечно, хотите, сделаем видосик. Вот, чисто поиграть, чисто пройти какую-то концовку зомби. Мама что там? Стоит. Ну, в принципе, достаточно неплохо сделано, скажите. Вот, мне лично нравится, вот реально прикольно, зомби-тематика, то, что я люблю, зомби-тематику, вот, достаточно классно сделано. Показалось? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мама поймала. О, отец с ремнем зомби. Прикольно. Вот, интересно посмотреть на Вику и Игоря, да? Тоже неплохо бы посмотреть. Так. Продолжить. А мы можем в менюшке посмотреть на них? Они тоже зомби. Ёлки-палки. Посмотрите, Вика тоже в очках, но очки у нее были. Шорты, футболка. И вот этого тоже изменено. Жесть. И этот дом этого старика изменен. Интересно. Ну, в основном мне нравится вот наш персонаж. Он очень лютый. Вот вы просто только посмотрите на него. Вот просто зомбак ходячий. Вот нормально. Все уровни те же остались. То есть легко, нормально. Челлендж. А ночью как? Ну, ночью не так, правда? Ночью не так, но прикольно. Короче, ребятки, что делаем? Если хотите, можно будет поснимать немножко нормально, четко, ровно. Пишите комментарии, как вам модик. Не забывайте обязательно залетать до Доктора Хака Анимейшн. Ссылочка тоже в описании. Вот. Ну, в принципе, мой телеграм-канал. Там я оставлю ссылку на данный мод, если вы хотите, конечно. Вам спасибо за просмотр. Всем удачки и всем пока, ребят.